Как здорово, что здесь мы сегодня собрались. Этот праздник в Центре соцобслуживания каждый раз ждут с неподдельным восторгом. Именно 8 марта каждая дама получает внимание, заботу и нежность. Вот и сегодня поздравляют всех вместе и каждую в отдельности. В качестве приветствия синхронный марш, а потом стихи. Каждый может догадаться. Антонина влюблена. Ну и что ж, ей скоро 20, а на улице весна, только звякнет телефон, Тоня шепчет: «Это он!» К этому здесь готовились заранее. Мужчины учили красивые строчки, репетировали шуточную сценку, а виновницы торжества сегодня вышли на подиум. На самом настоящем модном показе демонстрировали экстравагантные наряды для предстоящего праздника. Не обошлись и без частушек, пели их на несколько голосов. «Разотру лицо ладошкой, волос уложу седой, а потом вздохну украдкой. Лучше быть все ж молодой». Десятки любимых песен исполнили на празднике проживающие в соццентре. Ну а кульминацией праздника стала в прошлом культовая песня из кинофильма «Карнавальная ночь». Не улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Хорошее настроение и правда не покинуло. Дополнением стали подарки. Их волонтеры и курсанты рекрута вручили в рамках всероссийской акции «Вам любимые». Всем дамам, кто сейчас здесь отдыхает, принесли поделки. Их сделали детсадовцы и школьники младших классов. И, конечно, цветы. Акция проводится не первый год. В том году ее поддержал президент. Акция состоит в том, что волонтеры поздравляют с 8 марта наших любимых женщин. Поэтому акция называется «Вам любимые». Мы привлекли кадетов, курсантов, волонтеров, которые с удовольствием поздравили наших любимых женщин. Не оставили без внимания в предпраздничный день и ветеранов Великой Отечественной войны. В гости, например, к лютовчанке Зинаиде Бажановой пришли волонтеры Победы. Поздравления, подарки и цветы вручили сегодня нескольким десяткам человек. Мы хотим поздравить вас с наступающим днем 8 марта и пожелать самого-самого лучшего, самое главное – это здоровье. С наступающим! Вот эти начало нашего встречи – это моя жизнь. Почему? Потому что я в своей жизни не видела вот таких цветов, а я видела только шинели, только кровь раненых. На этом поздравления не заканчиваются. Акция «Вам любимые» пройдет и завтра. Всего в городе поздравят несколько сотен человек. Дарья Галакова, Сергей Сомов для РТВ.